Юрий Викторович родился в Забайкалье сразу после Великой Отечественной войны в 1946-м. В 64-м он заканчивает школу. Как сам признается, этот момент станет одним из самых счастливых в его памяти. Собрали нас в школе. Столы были накрыты. Посидели. Потом пошли в спортзал. Там оркестр, вальсы, танго. Обнимание, целование, всю ночь гуляли по городу. В 1968-м он заканчивает Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского. Военную науку он будет постигать и в дальнейшем. В 1980-м окончит Академию имени Фрунзе, а в 89-м – Академию Генерального штаба СССР. Но перед этим в 82-м закрепит свои знания на практике в военных действиях в Афганистане, где за одну из удачно проведенных боевых операций он и получил свою звезду героя. Для кого как? Ну, лично для вас. Для меня вот это звание, естественно, оно очень дорого для меня и для моей семьи, а также для моих товарищей. Юрий Кузнецов не просто был военным. На посту начальника ДВОКу он воспитал сотни молодых офицеров. Внес большой вклад в становление родного для него училища. Даже после ухода со своего поста регулярно интересовался жизнью этого учебного заведения. Это память родного училища, из-за которого практически я остался здесь жить вместе с семьей, со своими детьми, которые тоже живут здесь. Связь с училищем я никогда не терял и не теряю. Стараюсь быть как можно чаще на всех торжествах у них, особенно на выпусках, на приемах присяги. Конечно, скребет в душе, вспоминаешь, когда сам пришел туда. С 2005 года Юрий Викторович пробует себя на политическом поприще. Депутат двух созывов Законодательного собрания области, а позднее Благовещенской городской думы. Как признавался сам Юрий Кузнецов, в одной из наших программ эта работа стала для него испытанием, ведь он привык всегда говорить правду и очень редко шел на компромиссы. Легче. Естественно, командовать. Сейчас же ведь убеждать, говорить. Ну, честно сказать, даже иногда и изворачиваться. Поэтому, я думаю, я ответил на ваш вопрос, да, что в армии легче. В прошлом году Юрий Кузнецов вновь проходит в городскую думу. Избиратели ему верят и уважают. Впереди его ждет большая работа. В думе он занимает пост заместителя председателя. Но многим намеченным планам сбыться так и не удалось. Прощание с героем Советского Союза Юрием Викторовичем Кузнецовым состоится 27 января в клубе ДВОКу с 10 до 14 часов. Юрий Камышный, Амурское областное телевидение.